В Южноуральском государственном университете прошел традиционный информационный день для иностранных студентов-первокурсников. На мероприятии были подняты вопросы безопасного пребывания на территории России, обозначены особенности заселения в общежитие нашего вуза и другое. К нам приходят представители управления миграционной службы и рассказывают про вопросы миграции. Про проживание, про заезд, про пребывание, про получение разрешения на работу, вид на жительство и остальные вопросы, связанные с этим направлением. Также к нам приходят представители, занимающиеся терроризмом и экстремизмом. Они рассказывают ребятам о понятиях, в чем разница, что необходимо делать, куда обращаться в случае, если их склоняют к каким-либо незаконным действиям в этой части. Информационный день был организован для студентов из таких визовых стран, как Китай, Объединенные Арабские Эмираты, а также стран Африканского континента и других. По словам первокурсников, такие встречи полезны, поскольку помогают познакомиться не только с представителями ЮРГУ, но и друг с другом, а также влиться в учебный процесс и внеучебную деятельность.